С вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру Майнкрафт. Вот. Так, я сейчас немножко жду, когда вот кодировщик перестал быть нагружен. Так, вот он мой мир. Давайте все загружаемся. Play Selected World. Ну и как всегда, я всю эту загрузку повырезаю потом, да? Так, отлично, все загрузилось. А, долго что-то у меня тут все это дело загружалось. Сейчас еще надо какое-то время подождать, когда вот эти вот все прогрузки пройдут. Ну, вот так вот у меня играется, короче. Вот видите, прогружаться начало. Смотрим. Ой, не то. О, как раз тут, смотри. Это с прошлой серии у меня тут все, да. Так, ну хорошо, смотрите. Тут я... Так вот, 36 палок. На самом деле у меня и так много всего, поэтому... Давайте я пока что... Вот так вот сделаю. Вот. И, так, прогрузись, игра. Короче, сейчас пойду я, значит, копать. У нас в прошлой серии мы туда ходили. А может быть, я вот сюда пойду? Тихо. Прогрузись, пожалуйста, игра. Вот. Я же тут не зря вот это вот все начал. Так, да что ж такое, загрузки, все загрузки, блин. Все, теперь углубляюсь. Вот так вот отсюда начинаю углубляться. Хотя, с другой стороны, я же там, вот здесь. Конечно, я опять... Ладно, хорошо, окей, давайте... Вот, понимаете, путаюсь. Чё, куда, кого, зачем. Все-таки, да, давайте я... Вот так вот сюда пойду. Я же дофига факелов сделал. Зачем? Чтобы продолжить копаться. Так, туда или туда? Давайте, я не помню. Давайте сюда пойду. Так, ну окей. Блин, я ж потом полчаса буду выбираться отсюда. Так, здесь у нас ничего. А где же я это сам мое? А, вот, вроде здесь. Вот у нас тут все ниже. Да, я в прошлой серии вот здесь вот прям вот и... Заблудился. Короче, надо запомнить... Наверх мне надо подниматься каждый раз. Да, до дракона я, конечно, дойду не скоро, наверное. Опа. Можно, конечно, и это тоже подобрать. Так, теперь пойдем сюда. Ой-ой-ой. Навернулся. Бывает.
Так, здесь, значит, ничего нет. Так, куда ж мне идти-то? Вот сюда, может. Да что ж такое? Надо. Так, я подождите, я, по-моему, сюда же свалился. Ну, это бывает только у меня, короче, да? Сюда? Так тут же тоже тупик вроде. Да, я тут был. Короче, ладно, возвращаюсь. Возвращаюсь, значит, обратненько. Может, я в другую сторону пойду. Сюда, например. И прикол будет, если я опять сюда же пришел. Ой-ой-ой, подожди. О! Так, спасибо, что мочканул. Так, бежим, бежим, бежим. Хлобысь. Ну, кстати, да, можно сюда сходить. Что-то приколитесь, тут я... Так, да, давайте я все-таки вот Rotten Flesh все-таки сначала покушаю. Так, сюда. Ух ты. Лава. Ой, железо тут. Давайте железо, да. Так. Тихо-тихо, прогружайтесь, пожалуйста. Значит, тут у нас тоже лава. А вот здесь у нас лавы нет, значит, тут темно. Ставим торчи. Так, мне не нравится, что у меня тут все прогружает, провисает все, да? Вам, наверное, это тоже не нравится, но что делать? А зато вон мы с вами... Что-то новое нашли. Оно точно не алмаза. Так. Тормоза. Я, конечно, понимаю, что я тормоз, но это же не значит, что компьютер должен мне подражать. Так, стак редстоуна у нас тут получился. Так, а где я был, где меня не было? Так, ну тут у нас, да, тут у нас ничего нет. Тут у нас... Вон туда пойдем. Ой-ой-ой, тихо. Ой-ой-ой.
Так, подожди. Ничего страшного. Чуть-чуть поломаем щит. Фух. Жесть, конечно. Так, у меня и меч поломался. Так, отлично. Ставим, значит, сюда освещение. Ну, кстати, сюда как-то можно... Ну, даже не как-то, а можно пройти. Сейчас я вот это вот соберу. Я не знаю, зачем мне столько редстоуна. Что я с ним буду делать? Зачем я его еще собираю и собираю? Вот кто меня знает? Так, еще кушаем. Так, сейчас мы будем пробиваться. Так, лучше вот здесь вот я буду ломать все. Ля, только не лава. А, где? Стой, стоять. Стоять, сказал стоять. Угу. Вот так вот получается, да? Так, хорошо, давай я тебе тогда лава, знаешь, как сделаю. Так, сейчас будет у нас, значит, проход вот тогда вот здесь. Как-нибудь, да? Даже не как-нибудь, а точно. Вот так вот проход сделаю, ступенечки. Вот так вот. Все отлично. Тут проход у нас есть. Значит... Вот здесь вот я сейчас сделаю вот так. Слышишь ты, куда ты течешь? Слышь, лава, куда ты течешь? Вот, я надеюсь, что сейчас ты никуда вытекать не будешь. Так, вот здесь вот надо лаве сделать ямку. Так, вот здесь вот, вот так вот. Вот, отлично. Вот здесь мы, значит, тебе еще сделаем вот так вот. Вот так вот. Абсолютно. Вот так вот. Все. А вот здесь вот я сейчас буду проделывать проход туда дальше. Вот, отлично. Конечно, потерял несколько этих самых факелов. А, нет, смотрите, там
Еще мои факелы. О, я ж сюда шел. Так, я не понял. Как вы тут вообще появились, пацаны? Так, сейчас я чуть-чуть тут восстановлюсь. Получается. Да, представляете, я шел прямо вот сюда. Ай-яй-яй. Так, короче, везде, где темно, буду ставить. О, же... Ладно, потом. Вот вода мне нравится больше, чем лава. В нее хотя бы можно залезть. Ай! Ну, упал, ну что делать? Ну, бывает. Так. Вот здесь вот бы я тоже поставил. То, что чего они будут монстры, то есть спавниться лишний раз. Да, тут я помню, у меня оставалось очень мало факелов, поэтому тут на дороге ставил. Так, и вот здесь вот, по-моему, у меня все и закончилось, да? Конечно, там пропасть. Не хочу пока в пропасть. Ой-ой-ой. У тебя какой-то зачарованный лук, да, друган? Как же вас тут много, пацаны. Ой, там еще. Так, пацаны, я убегаю, потому что у меня тут сейчас сломается этот самый. Ай, зависла. Так, ну хорошо, я сейчас буду выцеплять их по одному, да? Ну, для начала-то... Для начала... А, вон он один стоит. Давай-давай-давай, иди сюда. Что ты прыгаешь-то, а? Он получил по жопе из-за этого. Давай, 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 иди сюда. Давай, 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 давай. Сейчас я тебя побеждать буду. Ах ты гад, да?
Все. Победил. Так, только кости я у него не взял. Так, идем дальше. Одного я убил. О, вот эти пускай друг с другом дерутся, а я... Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ну нет. А, давайте респавн, да? А, ну что ж, ладно, туда, значит, я не пойду. Так, у нас что-то тут есть? У нас тут есть... Это самое... Да? Так, так, вот сюда. Ну, значит, беру с собой меч, кирку каменную, железную, щит беру. А так, это я с собой не беру. Да вроде все нормально. Вот, смотрите, гигачат. Можно, конечно, было бы и... Так, давайте я дверь закрою. Можно было, конечно, и утром пойти, но... Я пойду лучше так... Заберу свои вещи. Ой, пацаны, здрасте. И до свидания сразу. Вы только двери не открывайте. Так, это не сюда. Все, иду с мечом. Отжимать обратно свои же вещи. Так, куда? Сюда. Хотя, с другой стороны, можно, конечно, туда как-то пробиться. Потому что там все-таки что-то может быть такое интересное. Так, не сюда. А хотя подождите, я же как там шел? Да. Блин, я уже забыл, что тут тупик, блин. Представляете? Так, тут у нас тоже тупик. Так, а может быть мне сюда? Да, вот я тут копался, я помню. Так, ну шо, где мои вещи? Где? Ой-ой-ой, прогрузки. Пробиваемся через прогрузки, все, пробились. А нет, все еще пробиваемся, да? Ух, это монстр в пещерах. Вот эти вот загрузки, да? Шучу, конечно.
Так. А что, куда мне? Да, блин, теперь вспомнить, как я... А, да, я помню, вода. Точно. Там сложность в том, что дофига скелетов. Я надеюсь, что они там, типа, успокоились. Сказали, ну, хорошо, миссия выполнена. Человек убит. Расходимся. Вот, они такие разошлись, а тут раз, и я опять прихожу такой, вещи забираю. Так. Вон он, гад. Хоть... Да, слушай. Опа, 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 опа. Да что ж ты будешь с загрузками этими делать, а? Все, готов. Ай-яй-яй. Ставим сюда, ставим сюда. Сюда, сюда. 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 Ой, да тут много места, слушай. Так, сейчас картоху съем. И сейчас с тобой справлюсь, братан. Все, отлично, справился. Так. Да ладно. Да второй раз уже тут это самое, да? Хорошо, ладно. Ничего, у меня же такое было. Так. Ой, не то. У меня же такое было не один раз, короче. Когда вот залезаю в пещеру, и у меня там просто наваливаются на меня. Так. Заходим. Закрываемся. Да, сюда надо. Ну капец, это иногда сложные места попадаются. Ну и либо я туплю. Ну смотрите, там я уже... Это самое. Ну, по крайней мере, чуть дальше прошел. Успел понаставить... факелов. Молодец, конечно. Так, сюда мне. Так, мне, по-моему, сюда надо.
Где-то вода тут должна... Вот она, вода. Ничего, сейчас, смотрите, спидран, короче. Спидран по Майнкрафту. Сорян. Так, вон он, мой опыт валяется. Я вообще даже второй раз не понял, как меня мочканули. Так, все, сюда. Тебе тоже сюда. Так, сразу ставлю везде. Даже вот... Вот здесь поставлю, да? Чтобы не вылезали. Ладно. Так, теперь быстро. Вот так, вот так, вот так. А ботинки где? Не понял, где ботинки? Где я их потерял? А, вот еще, может быть... Вещички мои, да? А я не понял, реально, где мои ботинки? Здесь их вроде нет. Так, давайте все буду ставить как надо. Пока вот так вот. Вот так. Вот так, 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 яблочки. Ну что ж, минус ботинки получается. Так, до свидания, Крипер. Я с тобой не дружу. Да, блин. Вот так поставлю тебя. Все, выбрался. Ага, смотри, идет. Смотри. На. Все, готов. Так, железку я беру. Это будет компенсация за то, что я потерял ботиночки. Не, ну нормально, затащил. Затащил место новое. Все, теперь у меня будут новые ресурсы. Главное сейчас... Ага. Опять не про... Это самое. Это мы с тобой виделись, да? Ну ты бы хотя бы лук дал. Ну ладно, без лука так без лука. Так, срочняк. Ну в смысле, от слова срочно. Пока что делаем
Так вот. Так, куда я хотел сначала пойти? Вот туда. Крипер! Да ё-моё. А, мелочь пузатая. Еще одна мелочь пузатая. Да, и вообще, о чем я думал? Тихо, вот так вот. На что я надеялся, о чем я думал, когда шел в открытое место? Так, хорошо, хорошо. Восстанавливаемся. Ой-ой-ой, опять прогрузки, да, пошли? Ох уж эти прогрузки, блин, вонючие. Так, сейчас немножко подождем. Так. Вот мы и подождали, хорошо. Фу, так. Шо, опять ты? Слушай, а давай-ка мы с тобой... Пойдем на мою территорию, на светлую. О, да, идите деритесь. А я пока вот с этими разберусь. О, слышишь, молодец, блин. Со скелетоном разобрался. Не люблю скелетонов, блин, стреляющиеся гады, блин. Опа, это я... Ой, вас двое. Так, хорош мой щит ломать. Да блин, опять загрузки эти.
Да, ёшкин кот, я в этой комнате, все, я застрял. Просто потому что... Так, а давайте я сразу... Где? У меня ж тут железо просто дофига. Я сразу себе сделаю все, что надо. Вот так. Вот так. И шлем еще. Все, вот так. Так, и все вот это вот дело надеваем. Так, а мне еще как бы узнать, как всякие, как щиты делать. А вот щит. А, железо и дерево, да? Доски, точнее. Так. Значит, доски. Дофига досок. Хотя, чё я парюсь-то? Прям хоть хочется мне, хочется. Так, один щит, второй щит, третий щит, четвертый щит. Все. Складываем все обратно. А, и, кстати, это тоже сюда надо. Окей, все, четыре щита у меня есть. Пофигу, погнали. Ой, там пацаны. Я все-таки в этой серии попробую преодолеть вот эту вот комнату здоровую. Крипер не надо. Надо, вообще надо бы еще чисто вот в те сундуки тоже какие-нибудь полезные вещи складывать. Да, вот такие вот открытые пространства, они сложные, ну вот видите сами почему. Просто потому что... Ай, наваливаются на себя прямо толпой. Сначала, а потом все прут и прут. Поэтому надо максимально быстро все там делать. Вот. Ну, в плане быстро делать, ну, освещение. Блин, сколько раз меня уже убили? Три или четыре? Вон там вот.
Ничего, у меня продвижение есть. Надо бы еще туда вниз спуститься как-нибудь. Так, где меня побили? Вон там, да? А, да, вот они, мои вещи. Эти-теть. Собираю все. Все мое. Гад попал. Петляем, петляем. Убегаем, убегаем, убегаем. Он нас не догонит. Все, мы с вами отошли на безопасное расстояние. Так, все, окей. Это самое. Так, ну вот это вот все я, наверное, починю потом, да? Сейчас тоже не надо. Это все вот так вот. Делаю это сюда, это сюда. Вот так. Вот так. Зачем? Так, вот так, вот так. Все правильно, вот так, вот так. Это так, это так. Это так, это так. Ну все, я готов дальше зачищаться здесь. Так, вот здесь вот темно у нас, пожалуй. Так, где там скелетон этот? Так, так. Вот здесь вот нужен свет тоже. Вот так. Вот так. А, вот ты где ходишь, да? Всё. Отомстил за себя же. Так, вот здесь вот я бы поставил бы тоже. Ну, смотрите, нормально. Нормально. Я вообще думаю, что сейчас можно уже закруглять серию. Да что ж такое? Ну, с тобой-то я разберусь. А, вот ты где. Так. Убегаем. Хилимся. Смотрим. Убираем меч. И бежим к нему. Прям быстро, быстро, быстро. Опа. Так, опять хилимся. Да вы задрали. Почему у вас там так много?
Ну давай, подходи, блин. Сейчас я вам тут своими факелами-то все испорчу, блин. Так. Вот так. Да будет свет. Вот так. Вот так. Да, выпрыгивай отсюда, пожалуйста. Вот так. Ой, вас тут двое. Так, на безопасное расстояние выхожу. Так. Да пускай яблоко будет. Эть. Все, смотрите, на сейчас я заканчиваю серию. Она у меня, видимо, ну, не видимо, и так получается очень длинный, очень большой. Вот. На этом все. Как видите, я начал преодолевать сложности в этой комнате, в этой пещере. Почему-то я пещеру называю комнатой, почему, не знаю. Вот, собственно, все. Ставьте лайки, если кому понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на нее в описании. Это была игра Майнкрафт. С вами был Однорукий Борис. Увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи и всем пока. Thank you.